Разбор для проекта songtime.ru. Всем привет! Для того, чтобы сыграть эту песню, нам нужно опустить шестую струну на два полутона вниз. То есть до ноты ре, чтобы получить строй дроп де. Итак, прослушаем сначала первую часть из песни, потом будем уже более подробно учить. Итак, бьем по шестой, пятой, четвертой струне два раза. И глушим обязательно, то есть не оставляем все вот так звучать. Далее играем шестую на седьмом, потом на восьмом. Потом играем пятую на седьмом. И возвращаемся, играем шестую на восьмом, шестую на седьмом. Играем это опять еще раз. И когда мы играем это четвертый раз, мы не доигрываем последнюю ноту, то есть шестую на седьмом ладу, мы играем шестую на восьмом ладу и держим эту ноту. И потом начинаем все это заново играть. Это играется у нас во вступлении и в куплете. Далее слушаем вторую часть. В куплете мы играем один раз полностью вот этот вот отрезок. Второй раз останавливаемся вот на восьмом ладу. Потом играем вот такую штуку. Мы просто зажимаем нашим указательным пальцем шестую, пятую, четвертую на третьем ладу и играем вот с таким ритмом. Просто вот все удары вниз. И последний удар на пятом ладу. И опять вот это вот играем. И снова сюда. Это повторяется, насколько я помню, по-моему, 4 раза. Потом, когда мы заканчиваем куплет и переходим на припев, там есть бридж, то есть соединение. Звучит оно так. То есть играем 3-й лад, 5-й лад. И один удар на восьмом. Далее у нас идет припев, и звучит он так. Ну, далее там опять переходим на куплет. Итак, можно играть по-разному, не обязательно именно прям как постулат воспринимать мои слова, не надо прям именно так, как я скажу. Главное вам попасть, ну вот, в сильную долю, играть ритмично, то есть там не обязательно именно удар вверх или там именно удар вниз. Итак, у нас по сути идет два удара на открытых струнах, на шестой, на пятой, четвертой, другие струны мы не трогаем. Потом 4 удара на десятом ладу. Потом идем на 3-й лад. 2 удара. Потом идем на 7-й лад, 1 удар. Потом еще один удар и сразу на 8-й лад. Далее, начало опять такое же, только концовка будет немного другая. Опять 2 удара. Тут 4. То есть на 3-м ладу заканчиваем, дальше идем 5-й лад, 2 удара, 3-й, 1 удар, 2-й, 1 удар и опять 0-й, переходим там уже на куплет. Итак, давайте сыграем прям всю песню от начала до конца в размеренном темпе, то есть не в оригинальном, то есть не совсем быстро и не совсем уж в медленном. Thank you.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Пока.